Всем привет, с вами Exabyte, и мы продолжаем проходить офигеннейший мод для Half-Life 2 под названием Prospect. Вчера мы прошли 3 главы, помогли Фриману телепортнуться из Нового Проспект в Сити 17. Теперь мы бегаем где-то на базе комбайнов. Давайте сейчас продолжим. У меня что-то тут настройки слетели, кажется. Как это так? Слетели настройки. Сейчас я тут все поправлю. У меня каким-то макаром полетели все настроечки. Загружаем и погнали дальше. Так, вот мы вчера доехали в какой-то подвал. Классный тут саундтрек, ребят. Он здесь всегда в тему и очень крутой. Сейвнимся. Ух, блин, не получилось у нас тут сотворить пакость. Как мы уже вчера выяснили, мод охренительный, очень красивый и очень сложно проходимый на трудной сложности. Кстати, я сейчас покажу, да. Я играю на трудной сложности, которую все считают просто непроходимой, но она реально очень сложно проходима, но вполне себе. Блин. Здоровья маловато. Давайте ему гранату кинем. Один пункт здоровья, охренеть! Emergency. User death imminent.
Так, пока они будут сохраняться нафиг. Ладно, сохранились, так и будет. Блин. Даже пикнуть не успел. Какая подстава, ребят. Блин, да у меня же нечем даже. Блин, что же делать? А, одна гранатка есть. Может, меня спасет одна? Две гранатки есть. Это хорошо. Там еще и солдаты были. Блин, ну что делать? Есть, ребят, мы прошли. Мы молодцы. Как у них тут все укреплено. Да, вот это, конечно, я зря сделал. Мне надо сейчас убрать нахрен пулеметы. Вот я их даже не могу перенастроить, блин, чтобы они их долбили. Где вы есть, блин? Сука, бля. Я ж дернул. Блин. Козел дробовиков. Действует просто как в хорошем тактическом случае не высовываться. Главное дело не высовываться и соображать очень быстро.
все тут улили кровищей комбайнов. Я вообще думал, что мы будем играть именно за солдата Альянса. И все действие будет происходить именно в тюрьме. Вот это было бы круто. И чем он не понравился, этот мод сообществу Стима, я вообще не пойму. Охрененный мод. Просто называется, не умеешь играть, не берись. Пулемет, блин. Чё тут у них? Ну и конечно, мне вот тоже не хватило вот визуального контакта с Фриманом. Можно было там, как в первом Half-Life, в Opposing Force, хотя бы визуально его через окошко где-нибудь увидеть. Было бы прикольно. Это мы сейчас пойдем в Ксен. Неизвестно зачем. Народ тоже беснуется, пишет, что для Ксен уровень очень короткий. Типа хотели бы побольше. Сейчас посмотрим, что там в Ксен. Так, сохранялого. Сохранял его, загружал его. Тут все очень классно. Даже вот придраться не к чему. Даже в текстурах вот никаких багов нет. Ничего нет вообще. Все очень круто. Так, это мы что сделали? А, мы запустили эту штуку портальную, как я понял. Красивенько, блядь, как красиво. Ну вот. Так что мы сделали, непонятно вообще. А, вот сейчас портал образуется, и нам походу в него надо запрыгнуть, да? Ой, зря мы полезли в него. Ха-ха, я не ожидал подставы такой, что меня током бахнет. А что у нас тут? Закрыто. Нам пока это недоступно. Так, а как сюда попасть? Интересно, интересно. А еще интересно узнать, где это вообще, в цитадель или где. Непонятно. И вообще я хотел бы вот в город выбраться. Если нам нельзя сюда спрыгивать, то как нам вообще туда попасть? Очень интересно. А, ну я так и думал, что сейчас мостик будет. Я почему-то так и думал. Фух, как красиво. Психоделично так.
Так, откуда мы попали? О, новая глава. Чё, это нас уже ищут? По нашу душу прибежали, а я не понял, куда мне печь. Я не понял, куда мне печь и что мне делать. И вообще я думал, что мы попадем в Ксен, а мы не попали. Что-то вот эта бесконечная толпа врагов не внушает доверия. Никуда не бежать. Или что, пока их всех не перебьешь? Понятно, прятаться бесполезно. Так, а что ж делать? Тут вся загвоздка в том, что вообще непонятно, куда бежать и что делать. Попробуем опять тут отсидеться. Блин, они меня выкурить решили. Всё. Блин, не спасти получилось меня выкурить. Так, попробуем с дробовичком. Нет. Куда бежать-то? Что делать? Выжить, что ли, просто надо любой ценой? Не заныкать, не... Вообще непонятно. Вот в чем загвоздка вся. Непонятно просто, куда и чего. Блин, шариком меня сбил, сучёныш. Надо от него сразу избавиться. От этого белого, блин. Чтобы он меня от шариком не мог сбить. Так, ребят, придётся сейчас пошевелиться, наверное. Вообще что-то просто тут непонятно, что надо сделать.
выжить любой ценой или чё? И как тут вообще выжить, если оружия нету, спрятаться негде? Интересно. Что-то из ряда вон выходящее. Я вообще что-то не пойму, столько противников сразу выбегает. Что делать-то, блин? Вроде присел тут хорошо, так а не получается ничего у меня тут. Тут хрен отсидишься, если только вот тут где-нибудь заныкаться. Никто не знает, получится ли. Не, ребят, тут не заныкаешься. Походу придется бегать. А, не вон они все бегут. Что тут надо сделать-то, блин? По-моему, у меня и титры отключились. Где субтитры? Только диалогу. А что он, интересно, им говорит? Понятно. Что случилось? Блиц, шариком гандон. Блять, да какой еще жирный скотина. Сохранимся на всякий случай, мы дропнули его, дропнули. Че делать-то, блин? Ну куда делся шарик? Тут какая-то система странная, камера засекает, и тогда начинает дверь открывать. Может, мне просто как-то по-тихому или не получится. А, пофиг. Зря я выстрелил. Detected.
Так, а где его оружие? Не понял. Какая-то. ХП снимается вообще просто в секунду. Хер что сделаешь. Я даже не спрячусь нигде. Блин, что же делать? Здоровья нет, ни хрена нет, и что сделать? Камера меня уже засекла. Попробовать единственное. Пустак. А у меня оружия нет. Блин, это капец. Оружия нет. Пипец, просто нет оружия. Охренеть, блин, у меня просто нет оружия. И все. Не, ну это капец. Сейвнемся. Блин, я шарик не подобрал. А. Thank you.
Ребят, это мандец. Блять, хлеще, чем проект Agile в 30 раз. Все, мандец, у меня нет оружия. Единственный выход, это, блин, рвануть на удачу. Блин. Блин, там до хрена, у меня оружия нет, что делать? Блин, что же делать-то? Блин, суки! Блядь. Да, блядь, ещё заспавнился, капец, блядь. Вообще, я не знаю, что делать. Блин. Блин, да сколько можно тут дохнуть уже, а? Все, я без оружия, вообще без оружия, блин. С одной монтировкой. Капец какой-то вообще.
Поехали! У меня нет слов. Тут... Мандец, блядь. Блин. Я даже не успеваю добежать до аптечки. Блять, они меня просто выносят нахер. Блять, сука. Не, ну блин, это вообще, это, блин, слов нету. Blood loss detected. Warning. У меня нет ничего, кроме монтировки. И чё это вообще есть? Ребят, это какое-то вообще самоубийство тут играть.
Коты, блядь. Блять! Коты, блять! Блять! Самый мандец, я не знаю, куда бежать-то, блядь. Вообще, что делать тут надо, блядь. Блядь, я вообще не представляю, что тут надо делать. ХП лежит, блин. Сбегать что ли? Блять, спрячемся, что-то я, блядь, задумался. Неужели все, ребята? Я вообще не верю. Есть, мы прошли. Просто капец, у меня слов нет. А куда идти дальше? Куда дальше идти? Я что-то не пойму вообще, что надо сделать-то. Куда не пускают? Ты чё, чё надо сделать? Блин, вот это засада. Чё надо тут делать? Пойму вообще, все закрыто. Как туда пройти-то, блядь?
А, мне вон куда. Блин, я же так и думал. Блин, упали мы. Блин, ребята, мы могли давно сразу перебежать и не париться. Да, мы могли бы сразу сюда забежать и не париться даже. Мы где-то в каком-то телепорте, что ли? Что тут надо сделать? Что-то непонятно, вообще ничего не понятно. Куда-то опять прибежали, я не знаю, куда дальше. Офигеть, замут. Блин, здоровья нет вообще ни грамма. Нам бы где-нибудь сейчас здоровье бы надыбать. Офигеть, все такое мрачное. Класс. Ой, блин. Прикол, а мы бегать не можем. У нас жизнь красная, мы бегать не можем. А, нет, мы были в шахте. Офигеть. Да, блин. Вот это замут, ребят. Охренеть, тут логические задачки. Как это пройти можно? Офигеть, блин.
Офигеть вообще. Блин, это прям уже какой-то портал, блин. Только без портальной пушки. Охренеть, как тут пройти-то, блин? Пипец вообще. Там еще какой-то. Блин, хоть здоровье дали, а. Мы лазим по какому-то техническому этажу. Охренеть, тут защита, блин, везде. Я в шоке, ребят. Как вот это пройти можно вообще? Здоровье, здоровье, ура. Здоровье. Хоть немножко хп дали. Опять флешбэк из памяти. They're not really keeping us all in the loop. Так, и куда нам? Нам куда-то вниз, видимо. Офигеть, даже тут есть логические задачки, которые не так-то и просто решить, блин. Что за фигня, почему я не прыгнул? Интересно, куда мы спускаемся-то вообще? И зачем? Да еще так глубоко. Офигеть. Кому, ребят, нравится мод и мое прохождение, ставьте лайк. Поддержите комментарии. Ой, блин, огреб от шарика. Мы еще сегодня начали играть в Ultimate Epic Battle Simulator. Симулятор войны. Очень прикольный. Очень забавный. Переоделаю по нему тоже ролики.
Обязательно смотрите, будет прикольно. Охренеть, мы к ним прям вышли. Охренеть, и что мне делать? Походу мы в цитадели, походу... Тут где-то держит Фримана, мне кажется. Так, и мне походу вниз, да? То есть мне надо всех положить, да? При том, что у меня... Оружия-то ни хера нет. Что ж вы такие жирные, блин? Так. Ну мне точно вниз. Сейчас, блин, спрыгнешь, все, хп нахер. Хоть так. Блин, жалко, что оружие дезинтегрировалось, блин, обидно. Что-то там сказали про Фримана. Народ говорил, что в этом моде... Блядь. Мандец, один пункт здоровья остался. Капец, блин. В общем, народ говорил, что тут переборщено с HDR. Я вот честно не вижу на своем мониторе, где тут переборщили с HDR. Вообще не вижу. Ребята, это вообще хардкорный мод. Жесть полная. Но он охренительный. Я его советую всем. Мод охренительный. Мне кажется, сейчас будет какой-то заруб. Флэшбэк. And we need to be ready for some shit that might go down at a research facility called Black Mesa. Это все наши воспоминания из прошлого, из Half-Life первого. Флэшбэки, обрывки памяти. Like I said, I haven't been briefed entirely. But look, I'm telling you this because I need you to keep your Marines motivated, Corporal. Там лифт, там. Ух, откуда это мы едем-то? Мы точно, наверное, в цитадель. И куда ж нас везут? Флэшбэк. What, this, Black Mesa place? Про черную мезу вспоминали. Yeah. Everybody's been talking about it today. Never heard of it myself. Guess that's why it's top secret. Apparently they do some crazy science shit down there. See, you always get excited. You know it's gonna be nothing but a goddamn...
Офигеть, классно вообще. Мне нравится. Я не знаю, что не понравилось остальным мотоохренителям. Что не понравилось хейтерам, вообще не знаю. Блин, мы с херней, конечно, залезли. Блин, они вообще какие-то, блин, пуль непробиваемые все. Да, реально, за Фрименом так не охотились, как охотятся за нами. Вообще ужас. О, ракетница, да еще и не одна. Тут что-то сейчас будет. Я даже не представляю, что тут столько ракетниц висит. Ой, подствольник. Офигеть, я не представляю, что тут сейчас будет. Я вообще не представляю. Не, ну гляньте, как все красиво. Классно же. Понятно, что тут сейчас будет. Так, и куда идти? Опять загадка, лифт какой-то. Закрыто. А, вот. Как-то мне туда надо попасть, наверное. Опа, молодцы. Медленно, но верно проходим. Новая глава у нас. Советники, нифига куда мы забрались. В самое сердце. Офигеть, классно. Сто двадцать патронов, офигеть.
Обычно вроде в импульс не больше 60 в магазине был. Не, мне все нравится. И освещение, гляньте, как красиво все отражается. Клево, гляньте, как светится. Вот в оригинале так ни хрена не светилось. Кому, ребят, нравится, пишите комментарии. Кому не нравится, тоже пишите. Так, хочу глянуть, сколько мы прошли. О, ребят, да мы прошли еще 3 главы. Что у нас там по времени? Потопали дальше. Кто-то возмущался, что не перерисовали руки персонажу. Да какая разница вообще? Руки, они, блин, и в Африке руки. Нас уже там ждут ребят. Нас уже ждут. Охренеть, они правда жирные, это капец. Походу я, наверное, лучше переиграю. Слишком уж они жирные. Хоть объяснили, куда мы идем. Хоть на мониторе бы показали, что ли, куда мы идем. А, это мы сейчас вот в Ксен отправимся. За каким-то хреном, я даже не знаю. Такое все психоделическое. Так, чё мы тут забыли? Это что такое, бах что ли? А, нет, какой-то кристалл. Тут можем прыгать. Вот, типа невесомость. Телепорт. Чё мы вообще тут забыли? Ух, прикольно.
это Альянс. Один пункт здоровья, ребят. Капец. Блин, что делать? Ху-ху-ху. Блин, что ж я не убежал, блин. Блин, подловили. ХП сняли. Так, чем мы сюда приперлись? Ха! Не долетел, ребят. Не рассчитал. Блин, все заново, я же сохранялся вроде бы. Блин, еще больше хп сняли. Я забыл, что эта штука здоровья восстанавливает. Все, что ли, на этом ксен кончился? В чем мы вообще сюда заходили?
Так, и где мы? Опять где-то в цитадели. О, следующая глава. Какие-то коротенькие главы вообще. Подзарядимся. Там, значит, аптечка есть. Подзарядимся. Наверное, помощнее возьмем пушку. А, ну мы просто, короче, из комнаты в комнату переместились. Вот в чем прикол. Из одной комнаты в другую комнату. Понятно. Теперь-то все ясно. Блин, а это ж комната дезинтеграции. У меня тут сейчас оружие не накроет. Блин. Вот только не надо мое оружие. Отдайте оружие, блин. Вы чё? Офигеть, я попал. Мужики, я свой. Офигеть. Я вообще в шоке. Аж мурашки. Блин, пошли. Ух. Так, мы в клетке сидим. Классно. В номере 2 на 2. С железной кроватью. Круто. Сидим, подумаем, что ли, когда нас выпустят. Джиман нас выпустит. Джиман, он вообще жесткий. Мы думали, что он добряк, а он на деле оказался такой зверь. И чё, они думают, нам хватит 6 патронов на монтировке? Чё-то даже не смешно. Куда я вышел-то? Где мы находимся-то вообще? Ага, спасибо. Опять телепорт? Вот телепорт, что ли. Красивенько. Не, не телепорт. А чё? Не понял, чё вообще, где мы? Блин, мы тут пришли, наверное, да? Ну да, отсюда пришли. Я заблудился нафиг.
Сирена заработала. А при чем тут сирена? А в чем прикол-то, блядь? Я не понял, у меня же оружия даже нет. Не понял, что надо делать-то, а? Я не понял, опять какая-то подстава, блядь. У меня же даже оружия нет, ни хрена, и в чем прикол? Я не понял вообще. А, ко мне вернулось все оружие. Я не заметил. Я ж вроде не подбирал его. Не, ну это не дело. Блин, закружили они меня нафиг. Мандец какой-то, блядь. Блять, застрял я тут, японский бог. И гранат вообще не берут. Да блять. А, там мост долбанный, прозрачный. Я не понял, блядь.
Нет, еще толпа. Мою мать, откуда все? Рук не хватает, блин. Суки, блин! Блин, ему в рыло стреляешь, ему вообще посрать просто. Блин, заблудился, нахер! Твою мать! Заблудился, нафиг! Let's go.
Чтоб тебя нахрен, блять, разорвало! Чёртовой матери! Блять, из револьвера в упор, блять, ему просто посрать! Пипец, блин. Чем разработчик, блин, думал, когда этот мод делал, не знаю. Понял, блин. Blood loss detected. Блин, они что, бесконечные, что ли? Я не понял. Depleted.
Охренеть, да? Да это чё, прикол такой, блядь? Я не понял, куда бежать-то, блядь? Я не понял вообще, чё прикол такой, блядь? Офигеть, каждый раз, короче, когда я высовываюсь, вот выходит толпа еще солдат. Блядь. Что за бред? Охренеть, их сколько. Blood loss detected. Warning. Vital signs critical. Seek medical assistance. Так, мы, короче, передислоцировались. Правда, блин, толку. Бля, где у разработчика были мозги, когда он это делал?
depleted. Ammunition depleted. Я вообще не пойму, что тут надо делать. Seek medical attention. Блять, я вообще не пойму, что за хрень. Блять. Suppressing.
detected. Contact confirmed. Ammunition depleted. Blood loss. Emergency. User death imminent. У меня вообще нет слов. Я, блядь, не пойму, что тут надо сделать. Они меня тупо загнали в угол, бля, и все, я не знаю, что делать. Ammunition depleted. Seek medical attention. Ammunition depleted. Ну, блядь. Warning. Vital signs critical. Ой, что ж такое-то, блин. Блин, мне вон тот шарик бы достать как-нибудь. Тут как? Блин, мне бы надо это сделать вывод. А, блядь! Что тебе, блядь? Почему он не бежит-то, блин, ну это нереально вообще выйти отсюда живым. Они просто не дадут это сделать. Блин. Перезагрузиться пораньше. Блин.
залез в этот прозрачный мост еще, падла. Блин, почти получилось. А, блядь. Да что вы, блядь, такие неубиваемые? Что ж, я все время сохраняюсь-то, блядь, через жопу. Thank you.
Блять! Скажи вообще! Чё это меня убило? Блин. Стоят, ждут. Блин, вот хоть стой, хоть падай. Стоят и ждут меня.
Они что, дверь закрыли, что ли? Так, я не понял. В чем фишка? Почему дверь тут закрыта? Сука, блядь! Они меня купили, блин! Пипец! Что за фигня? Чё они к нам не идут-то? Я ничего не понял. Что за фигня? Охренеть тут, блин, ребят, у меня слов нет.
У меня просто нет слов. Какой-то мандец. Блин, вообще слов нет просто. Ужас. Блин, походу игровой баг. Дверь не открывается. Блин. Блин, почему они не открываются? Detected. Warning. Vital signs critical. Блин, жесткач. Как же мне тут пройти-то, я даже не знаю, блин. Мы их сейчас вот пугаем с собой, чтобы они отошли. Что-то они не хотят отходить. Ну отойдите вы от окна, блин. Блин. Блин, уроды. Блин, что ж такое непроходимый уровень-то, блин. Ух, хрен же. Это по-любому был игровой баг. Блин, скоты. Откуда он взялись? Я не понял. Я
Я не понял вообще. И обо что я тут застревать стал? Блин! Да что за фигня? Да что за хрень, блядь? Блять! Твою мать! Да, ребят, это не уровень, это капец просто какой-то, блядь, непроходимый. Никаких уже нервов не хватает. Я не знаю, Гландио, куда идти-то, блин. Думал, в поле, вот ни хрена не в поле. Куда идти, блин, что делать? Эти вон стоят, ждут меня там. А чё у них там так искрит? Я вообще не знаю, чё делать-то, блядь. Всё закрыто. Я так и знал, что они выскочат. Я хотел приберечь для них ракеты, блин. Но не смог. Да блин, да у них дамаг капец, блядь. Как с ними справиться? Их всего двое, а дамаг, блядь, хрен знает какой.
Блин, неужели у нас, гляньте, пушка-то вообще бесконечные патроны может хранить. Охренеть, ребят, я прошел. Да капец, блядь. Я сам не верю в то, что я тут прошел. Охренеть, вообще, жесть. Так, откуда нас тут спустили? Ну не просто так, нам опять дают здоровье. Так, что у нас тут? По главам. Так, мы сейчас в 7 главе, да? Гуляем. Так, ребят, мы дальше сегодня пока не пойдем. Хватит с меня сегодня пока этого, этой нервотрепки. Всем спасибо, кто смотрел. Кому понравилось, поставьте лайк, поддержите комментарий. Обязательно посмотрите другие мои видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.